Привет, дорогие друзья! Сегодня будет рыбалка. За сколько времени выехал на рыбалку? Товарищ меня пригласил. Мы вот сейчас вот на вот этой лодочке пойдем. Где-нибудь встанем, будем ловить рыбу. У нас сегодня рыбалка на кольцо. Заплывем, встанем на якоря и будем ловить. Сам я никак не соберусь на своей лодке, никак не получается. Вот товарищ пригласил, я думаю, сегодня в такую прекрасную погоду мы половим. Это река Дон, Ростовская область. Сегодня вторник, 20 число. Сейчас лодку загрузим и в путь. Ну и вперед. Не спеша, то рыбу распугаем. Все, тормози. Тормози. Да, вот так. Давай, 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 давай. Бросай якорь. Бросай. Да бросай, говорю. Кольцо. Так, а что начинять будем? Что будем начинять? Червячка попробуем. Посмотрим, что может его жрать будет. Так, рыбалка начинается. Червячка цепляем. Так, сюда опарика подцепим. Опарик какой-то вчера купил, он уже с куколками. Так что ли? Наверное, так. Ну все, рыбалки не будет. Почему? Ну уже не клюет, ты видишь? Ну то есть ящик закинул. Клюва нету. Я говорю, ящик закинул. Уже клюет. Говоришь, клюва не будет. Есть уже, Леха. Ну вот, видишь как? Сука, сорвала. А, нет, сорвала. Нет, сиди. Ну возьми подсечок, это большой, по-моему. Ну так да. Что я тебя буду ловить? Блин, ладно, не надо. О, это синий. О, рыбий. Привет. Все по рукам. А ты говоришь, клево. Ну да. А ты чувствуешь, что нас сносит? А? Что твой якорь не держит ни хрена. Великие якоря. Поклевка. Что-то рань? Набоил с этим. Блин.
Да сейчас, подожди. Заброшу потом. Проверим сейчас, что тут дрыгалось. Да откуда? Нет. Карась серебристый, обыкновенный. Да. Точно. Так. Так. Да что ж такое? Мне сейчас что-то есть. Да что-то сидит. А? Подлещик. Подлещик. Да, да, да. Сейчас, 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 родной, сейчас. Сейчас мы тебя освободим. Сейчас мы тебя освободим. Бойлики. Да, у меня все три бойлика стоят. А, ты не видишь, чтобы не мелочь не клевала. Да. Вот сопливый. Сопливый. Соплидончик. Так, как тебя туда запустить теперь надо? Гибрида мало стало, ты не заметил? На ближний крючок, а этот на дальний крючок. Опа! Смотрите, что это. О, что-то получше. Получше? Или нет? Или нет? А, сорвался. Да нет, что-то... Что-то идет. Что-то. Ух ты, сошел. Хороший такой был. Да что-то вот клюет, а... Да, вот опять сход. Опять сход.
Да и ты тоже иди сюда. Селедка, что ли? Леха, тебе твой яко сорвало, подкинь. Да. Глянь, селедка. Это селедка. У меня есть селедка. А, ты купил? Это хорошо. Уже доедаю. А еще нету? Я тоже купил. Ой, да он сразу поклёк. Не знаю, там у меня опарыш стоит. И бойл, и опарыш. Кто там? У вас Кирик. На опарыш. У вас Кирик на опарыш. Или как его? Устера называют. Снова. Что там такое? Блять, какой-то мелюзга. Это твоя. Твоя тарань. Бля, такую солить можно. Сейчас расскажу. Такая же, как у тебя, наверное. Ну, вообще такая гибридная поклевка. Ну, да. А там что там, ласкирик? Не, идет ласкирик такой же. Я еще ничего не делал, я не успел просто. Сейчас я тебе расскажу. И все это он ловит, показывает. О! Видишь, не зря показывает. Бидер кинули, сразу за показывал. Есть? Да что-то есть. Сейчас, так. Сейчас посмотрим. Гибридосик. Гибридосик. Малышек. На пару хотел? Нет. На бойник. На бойник. На. Угу. Угу. Хороший. Хороший. Ну не такой же дебилый. Ну, лучше из того, что было. По крайней мере. Да с этими вот болячками. Так, замолчало все вообще. Я только начал ловить.
Тихо, 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 тихо. Ты куда? Ты плавать собрался, нет? Да. Вот тут-то да. Уже вылезти отсюда, блин. За малым. Так, ну что, наверное, будем собираться. Что-то клёво нет. И сегодня у нас рыбалка не удалась. Подвели якоря. Не могли. В очередной раз добавляем. Да, в очередной раз. Не могли встать. Все время лодку срывало с якорей. Якоря не держат, течение сильное. И мы все утро потратили на то, чтобы это переставляться. Ну вот здесь вот зацепились. Рыбалка такая себе. Ну, любой. Не в этом счастье, а то, что посидели на природе, да, хорошо отдохнули на свежем воздухе, насладились природой. И все, что-то там клевало, мелочевка. Вот это вся рыбалка. Сейчас посмотрим, что у меня в садке. Вот в садке вот один подлещик, несколько карасиков. Несколько карасиков. Вот это вот. Такой улов. Все равно будем считать, что рыбалка удалась. Получили опыт, что нужно делать, как еще лодку оснастить, какие якоря, как якоря переделать. Это тоже опыт, тоже много значит. Рыбалка пошла не зря. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Всем пока. А мы будем собираться.